Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юлий. Третий на десятый день. Все чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день память преподобного отца нашего Стефана Саваита. Сего преподобного Стефана жития не обретохум, уверяемся же от написания ему в мине и службы, як от мягких ногтей бестинук, як уже заря просия добродетелями в монашеских соборах, сохранив девственную чистоту тела своего, желанием же зельним исследовав житие Савы и Богоносного, ученик туго, аж и по смерти оного и подражатель бести зряден, и испытав премудрость и глубину на хульние еретики подвизася. И угодив добре Богу, представися к нему и причтеся лику преподобных. В пролузе и в месяцесловах написано, аки бейсей преподобный Стефан Саваит мучен был за Христа в царство Севирово и в огн в верженском часе. В службе же, я же в мине и сему святому положена не показуется то, дабы он был мученик. И в царство Севирово поживено в царство христианских царей, представшу уже гонению на христиане, еже я весть отсюду. Пишется в песне 8, стихе 3, як усей святый бъйст следователь жития Савы преподобного и ученик туго. А преподобный Сава родися в царство Теодосия Юнейшего в 27 лето царствования его, як уже о том в житии святаго Савы и Декемврия в 5 ден пишется. Зде зри. Севирово царство скончася в лето от воплощение Бога Слова 211. Теодосия же юнейшего царство настав лето 508, а Сава святый родися в Теодосиево царство и прейде от кончини Севирови до рождения Сава и святаго лет более 200. А Стефан Саваита бе жития Савина изследовател и ученик его. Тоа ще бе и Стефан жил в царство Севирово, како бе и оба изследовал житие святаго Савы, по 200 лет имевшего родите си и како бе ученик того бил. Синаксари же в пролозе преподобному Стефану аки бъй мученику положенный, по всему приличен ест святому Серапиону мученику, в царство Севирово за Христа во огън вверженому, ежа абия узрим. Ведете же и сие подобает, яко два от Стефана Саваите, един сей, други же последнейши лет и нарицаемый стихотворец, писавый историю о избиении от сарацин во обители свята Гусава и преподобних отец, Марта в 20-й ден почитаемых. В той же день память святаго мученика Серапиона. Сей бяше во времена Севира царя муж благочестив и добродетелен, яд же бъй в аквилою князем и вопрошен, кое е ест верой, изповеда себе християнина бъйти и с дързновением прославляше истинного Бога. Того ради муками различними мучен бъйст, а же в огън ввержен, конец мучение прия. В той же день святаго мученика Маркияна, во иконии от перения князя мученного за Христа и посечением скончавшего ся. Месецословах киевских, львовских и виленских, сей же день положена память святаго Йосифа Исповедника, епископа Тесалоницкого, за святи икони пострадавшего, и же бе брат преподобному Теодору Студиту. А в пролозе память того святаго Йосифа положена януария в 26-й ден, купно с пренесением честних мощей Теодоровых, там и мы его воспоменухом. Конец житий преподобного Стефана Саваита и мученика Серапиона.